значит, давным-давно, несколько лет назад, я контрастный душ принимала, а потом я это дело забросила, и сейчас я снова контрастный душ начала принимать. Хорошо. Еще что? Вот. В еде я как-то вот стала более себя контролировать, чтобы после семи вечера, после шести, стараюсь после шести даже, чтобы ничего стараться не кушать, тем более калорийного. Вот. Ну и как-то вот регулярно принимаю витамины, да, у меня тяги к сладкому вообще практически нету. Вот. Редкий случай бывает, когда конфетку, но это очень редко, практически нет. Вот за этот период еще практически я не сладкое не ела. Хорошо. И результат минус 2 килограмма, да? Да, минус 2 килограмма. Хорошо. Да. Но сдобного я как бы его и раньше не ела. Хлеб тоже редко ела. Сейчас вообще не хочется его. То есть хлеб вообще не ем. Сладкое тоже не ем, получается. Стимул очень хороший. Когда один, это один, а когда вместе, то это совершенно по-другому действует. Ну, я стараюсь тоже пораньше спать ложиться, потому что я тоже полуночница. Правда, фильмы я не смотрю, а в интернете сидела очень подолгу. Вот. Сейчас, по сравнению, как я ложилась, в 2-3 часа ночи, иногда в 4, иногда до 5 утра, то сейчас я все равно стараюсь немножко контролировать себя. То есть, ну, в 11 это пока что не ложусь, но уже с 3, с 4 я перешла где-то на 12, на пол первого, ну, на час. То есть потихонечку-потихонечку перехожу. Новые привычки, которые я себе приобрела, это я теперь ем по часам. Я себе сделала распорядок, вы знаете, с меня, с моей работой. Угу. Как мне тяжело, я себе сейчас распорядок делала такой, так что мне пересекается теперь со сменами. Вот, еда почти в одно и то же время. Также я теперь, когда в ночную смену работала, я всю ночь спреи принимала эти. Но теперь я перешла, как сказать, по два раза за один раз спрей, когда в ночную смену работы, допустим, вот я в час встаю, и вот потом пошло, пока я в 9:30 ухожу, я уже заканчиваю все спрейковать, чтобы они у меня также были как днем, как и в первую смену, во вторую, чтобы они все одинаково были по времени. С ходьбой я начала опять ходить, да, раньше у меня была собака, я хочешь не хочешь выходил, да, три раза в день. Вот, потом собаки не стало уже лет 10 как, и вот сейчас опять вот это ощущение, вот это легкости, радости, что ты на природе, все, вот, вот это еще. Я недавно как раз на работе, у меня было так, не сломала ногу, а как трещина на ноге у меня была. И вот я 10 недель была дома, и вот за эти 10 недель в основном сидячий-лежачий образ жизни, много кушала, все, и вот я много наела. Теперь вот это я чувствую уже уходит. Новый гардероб я еще не приобрела, но я надеюсь, что я скоро хотя бы дойду до того состояния, когда это было раньше, да, до 10 недель этого. Там что еще? Там, вот это утром, когда я встаю, да, это обязательно. Вот эта тибетская гимнастика, это я уже не могу без этого встать. Извините. Потом, прежде чем уйти на работу, я все вот этот вот массаж головы, все этот гимнастику, все, и завтрак вот эта овсянушка. 5 часов утра у меня уже это все проходит. Я встаю в 4, экстра встала, начала вставать пораньше, раньше вставала без 25, сейчас встаю в 4, чтобы это все успеть. Вот, и... Это новые привычки, это уже в крови сидит. Да. Вот так. Вот засыпать стало без всяких этих самых. Все, я как только пришла домой, мне уже все, хочу спать. Да, это уже, Светлана, это уже результат. Да. Я этому и рада, потому что вторая смена сама по себе, ты приходишь весь еще накрученный, да, весь еще только после работы, да. Не мог заснуть, а потом еще эти сериалы, это все, и вот это вот. А сейчас никаких сериалов, ничего, вперед, кровать. Это уже и привычки, и результаты, здорово. Да, какие привычки?
стала раньше вставать на полчаса. Вот это. Но я и ложусь-то очень поздно. Могу в 2-4 лечь. Это не то, что я хочу, так, но это так получается. Конечно, со вставанием мне сложнее. Ходить очень много мне сейчас приходится. Вот сегодня, например, я прошла 7 километров пешком. Посчитала, думаю, опа, много уже. Думаю, что-то я устал в конце дня. Значит, что еще? А, да, я уже, Татьяна знает, что я отказалась от сладкого. Стараюсь держаться подальше от сладкого. И... А ты что хочешь сказать, да? Не-не-не, а вообще от сладкого в еде, Танюш. Я поняла. Да, я сегодня к ним ходила, посмотрела, живы-здоровы, там, привет вам передавали. Молодцы. Слушай, ну мёд-то можно есть, это же хороший продукт медицинский. Да, ну вот когда я его ем, я начинаю прибавлять килограммы. Вот отказалась от этого всего уже вот с момента начала тестирования. Я стараюсь избегать, но последнюю неделю полностью уже все отказалась. Хорошо, Галь, еще что-то? Вес потеряла 5 килограммов. С 3 мая ты имеешь в виду? Ага, да. Вот делаешь все по программе или еще что-то? Значит, у меня, нет, я, так, видимо, стала больше двигаться еще, добавок. Да, хорошо, у меня... 3 недели, то... 22 дня сегодня. Да, 20... Сколько ты воды пьешь в день? А воду я пью, когда у меня есть возможность. Ну, где-то около 2 литров я выпиваю. Нормально. А если вот ушла пчелам, то там уже и может быть и больше. Потому что там очень хочется пить.